Стартовым пятеркам коллективов. Номер 89 Рамиль Абитов, номер 9 Юрий Пославский, номер 72 Руслан Кузахметов. Здесь перехват, опасный момент на первых же секундах, но перехватывает шайбу Абитов. Мчится он в атаку, пас партнера через борт, отлично, дальше передача и гол! Вот так вот Иван Васильев, номер 7, открывает счет в сегодняшнем матче. Вот это да! Вот это неожиданный старт сегодняшнего противостояния! Ну что ж, у нас прошло всего лишь 22 секунды. Это под этим номером Островитян отдал голевую передачу. Послушаем диктора-информатора. Это как раз-таки пятерка и находится сейчас на льду. У островитян четверка. Сейчас Михаила Роденко. К составам вернемся чуть позже. У нас опасный момент. Бросок и гол! Вот так вот. Вот это старт сегодняшнего матча. Обменялись хоккеисты шайбами. Если я правильно рассмотрел, номер 79 Лев Рагушин отличился. Или номер 71 Иван Ларионов. На повторе этот момент. А здесь все-таки вечер, по пробкам добраться достаточно проблематично. Ну что ж, Филипп Кнау выиграл вбрасывание у 70-го номера гостей. Бросок отбивает голкипер. Где шайба? Шайба в воротах! 2-1! Вот так заскакала она. Залетела практически парашютиком. Рефери показали, что все правильно. Празднует прежде всего Филипп Кнау, номер 93. Послушаем, он ли является автором этой шайбы. Ну и, конечно же, посмотрим. Вот мы смотрим. Орлов, пас партнеру. Бросок от синей. Да, шайба летит, летит, летит. И Кнауп, да, подправляет ее в ворота. Ну. И снова, снова приходится обороняться московскому Спартаку. Роденко. Бросок от синей, подправление и гол! Вот так вот, 3-1! Номер 44, Семен Ефремов! И как он радуется, посмотрите, посмотрите, друзья. Хотя первым едет сейчас номер 9, Юрий Пославский. Посмотрим. Праздновал Кнауп. Ну вот, шайба залетает, да, не да. Все-таки это шайба Пославского, да. Абсолютно. Кормачев коснулся шайбу, и та полетела в чужую зону. Он побежал прессинговать. Атака Спартака по правому флангу. Может быть опасно. Бросок и гол! Вот так вот. Илья Панин делает счет 3-2. Голевая феерия сегодня здесь, в Южно-Сахалинске, на льду арены «Сити». Прорыв, бросок и гол. Все очень просто. Смотрим повтор. Да, прямо в домик между ног залетела шайба голкиперу сахалинских акул. Бросок. Нет, не дают его сделать акулы. Свистать всех наверх, всех в оборону. Бросок и гол. Вот так вот. Усманов. Не зря он капитан и сравнивает счет. Достаточно быстро. Смотрим мы повтор. Ну, красивый гол, ничего не скажешь. Белов. Данила Белов по правому флангу прорывается. Заходит в чужую зону. Его приостановили силовым приемом. Тем не менее, шайба осталась. Островитян бросок и как спасает. Гол! Нет, все-таки шайба залетела в ворота.
Ну что ж, нужно смотреть повтор. У меня примерно такой же растерянный взгляд, как у голкипера Павла Канаева. Радуется Белов прежде всего. Ну что ж, смотрим повтор. Внимательно. Шайба не засчитана, так как была заброшена высоко поднятой шайбой. Нет, шайбу не засчитали. Радость была преждевременная. Встречи Карев на точке вбрасывания. Против него 32-й номер. Данил Аверин. Вбрасывание за акулами, но шайба улетает из гостевой зоны. Кузахметов. Пас партнеру. Карев по борту. Спартаковец останавливает снаряд. И нужно от своих ворот что-то придумать островитянам. Но не терять же шайбу. Какой момент на ровном месте могли себе привести акулы. И привезли, и пропустили. Вот так вот. Спартак выходит вперед. Впервые в сегодняшнем матче. 16-й номер. Отличился у гостей Илья Ефимов. И, конечно же, это просчет обороны акул. Смотрим, да, Ефимов подставил клюшку, но акулы возили шайбу за своими воротами. И я думаю, что теперь на последние берет тайм-аут Спартак. И вот теперь уже их тактики здесь рисуют. Как надо выносить шайбу через правый фланг. Прежде всего они хотят это делать. Что там у акул? У акул видно похуже. 6 на 5. Продолжают играть команды. Вбрасывание за гостями. Головой останавливает шайбу хоккеист акул. Это был Белов. Где шайба? В средней зоне. Есть шанс на бросок. И... Орлов один раз спас. Но все-таки... Все-таки счет становится 5-4. Да, скорее смотрим мы повтор. Боролись, бодались островитяне. Да, вот он, Сачков. Здесь Орлов спас в одном моменте. Отлетела бы шайба в другое место. Ну, был бы, может быть, шанс снова спасти ворота. Но нет. Это был хороший матч. Мы с вами прощаемся. Счет 3-5. Побеждает московский «Спартак». Услышимся завтра. 6 утра по московскому времени в 14:00 по сахалинскому.